на солнечных батарейках. Я им ставлю ночью подсветку. Это вот за ночь. Раз, два, три, четыре, пять яиц. Эти снесли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 21, 22, 23. Это за ночь. За вчерашний день будет. За два дня.
друзья, вчера вот в эту будку, поверите, две тележки сухой травы принесла. Сейчас. Это издалека некрасиво смотрится, белое, но куда денешься? Вот здесь такой козырек сделала. И вот две тележки сухой травы. Вот она зелененькая. Зеленая, с желтым. Здесь вот зеленая. Пахучая. О, смотрите, кто загорает. Солдатики. И сюда старое сено не стала выбрасывать. Привезла одну тележку, тачку сена, закидала туда. Но потом тоже снаружи обошью, видите, щели там. Вот. Друзья, это я обрезала позавчера. Вот вяз, каргачи, оно отрастет. Потому что в прошлом году по осени вот так отрезала, вот брат сильно низко, где-то вот, вот так на уровне. Вот отрезала, видите, шапочка выросла. И там, помните, весной каргач обрезала. Вон там где-то выросла она. Траву и мелкие ветки сюда бросила, а потом спалить. А большие ветки кинула сюда. Сейчас объясню, почему. Ой, пришла оттуда, там, потому что там зал рядом. Слышно, мама спит. Открыла пленку. Где-то градусник был. Где? Ой, блин. Градусник где-то здесь оставляла. Телефон бы не уронить. А, вот он. Голубой. Голубой не видно. Вот сколько здесь? 27-28. Хорошая вода. Я вчера в такой воде плавала. Думала, ладно, сейчас видео запишу вам. Объясню, почему я ветки туда скинула. Ой, уселась. Пошла сейчас в баню. Гусям же воды набрала там ведро. Посмотрела, сверху налила, потому что тогда бочку набирала и пошла ужин готовить. И забыла, там перелилось. А уже скоро прохладно будет, всю воду не зарасходуешь. Оттуда гусям ведро набрала воды. Смотрю, наливается, и вода теплая. Сейчас вот ветки скинула. У меня же аллергия на траву, на пыль. И пыльца все, поскидывала ветки, зашла в баню, сполоснулась, вышла. А перед тем, как на крышу залезть, скидывать ветки, я думала вынести все ветки на улицу за ворота. Там, ой, у меня волос мокрый, по спине стекает вода, волос не вытирала. Там за воротами, перед воротами. Там площадка такая, как стоянка у меня. И думала, туда закину ветки. Оно пускай высохнет. Потом, когда уже попрохладнее станет, когда уже трава вся высохнет, у нас там соседи выходят и поджигаем, чтобы на следующий год трава не росла, сорная. Ой, вытащила одну ветку большую, каргача. Ой, сейчас. По спине стекает. Вытащила ветку одну волоком большую. Смех и грех. Вот нарочно не придумаешь. Вышла. И с той стороны видела, что шел мужик. Не обратила внимания. Ветку вытащила. Тащу. Глянула, что мужик идет. Стащу и хотела развернуться, кинуть туда подальше. Смотрю на мужика. Ой, это вам надо показать сейчас. Стала специально показать. Я ветку тащу так. Он идет, пьяный. Встал, остановился, меня увидел и стоит вот так. Сейчас покажу. Ой. На него посмотрел, остановилась, с веткой в руках стою, на него смотрю, он... В мою сторону смотрит и вот так делает. Но думаю, пьяные, когда пьяные же, замечали же, когда пьяные стоят, они стоят, не могут, они стоят, колыхаются. Это как Никулин одно время говорил. Бывают алкаши застенчивые, за стенку держатся.
Ой. Оса летала. Бывают алкаши застенчивые, то есть за стенку держатся. Бывают алкаши выносливые, которых выносят. Ой, какой же третий вид? Блин, не могла слово вспомнить. И бывают алкаши вездесущие. Поняли, да? Этот не знаю какой. Стенки не было, чтобы застенчивым быть, за стенку держаться. Ой, думаю, анонист, не анонист. Взяла от греха подальше этот ветку, опять волоком затащила, бросила туда и уже штатив поставила, пошла туда за баню перекидывать ветки. Думала, хотела так потаскать, думаю, что я буду лишнюю работу делать вокруг бани, с вилами таскать или волоком. На крышу залезла, подскидывала, потом там уже рассортировала. Думаю, анонист, не анонист. И вот сейчас, я не знаю, вы встречали анониста в жизни, нет? Я не знаю, как проклятая. Я помню, в студенческие годы, наверное, нет, наверное, в школьные годы. Еду в троллейбусе, одной рукой держусь за поручни, стою. Одна рука так, ну, просто опущена рука. Понятно, без меня, нет? Вот так стою, эта рука опущена. Так. Стою и чувствую в руке что-то. Помните, когда маленькие были, надували шарик воздушный на праздники? На праздники, на день рождения надували. Потом, когда они долго висят, они сдуваются. И тоже маленькие такие. И потом, когда их жмякаешь, они такие морщинистые, мягкие такие. Такие вот. Ну, сейчас смузи или как называется? Не смузи, а эти антистрессы вот такие мягкие бывают. Там внучка привозила такой же. Стою и в руках что-то, не пойму, так сделала. Мягкое, что-то непонятное. Глянула. Ой, друзья, сейчас будете смеяться, блин. И думаю, неудобно такое, наверное, рассказывать. Стоит дядька, взрослый. Интеллигентно одетый, как вот, я не знаю, там костюм, пальто, наверное, осеннее. Ой. Ой, я еще вот это вот... панамку намочила, с нее, может, течет. Спина вся уже мокрая, майка. Стоит мужик интеллигентный. С таким лицом, знаете, вот так. Рядом. Троллейбус трясется, я стою, на него посмотрела, руку отдернула. А он мне в руку положил свое хозяйство. Ой, друзья, я руку отдернула, не знаю, вскрикнула, не вскрикнула, даже вот фильм показ, когда девочки кричат, пищат, так красиво визжат, я не умею так визжать. Я так дернулась, он раз захлопнул плащ и стоит дальше. Я стояла там рядом, женщина стояла взрослая, она глянула, посмотрела, что потому что видео у меня вид такой был, она посмотрела, там мужик стоит. Мужик просто такой спокойно стоит, я пулей выскочила на остановке, остановилась троллейбус, скорее всего. Остановился, пуля выскочила, блин, домой пришла, давай это все мыть. Вы представляете, школьница такое в руку положить свое хозяйство. А это когда в автобусах ездили, ой, летом у меня было крепдышиное платье, белое в черный горошек, оно у меня до сих пор лежит там. Прозрачное, там, естественно, нижнее белье, под крепдышиновое, не шифоновое, крепдышиновое платье. И вот один раз стоял тоже, давка была. И вот люди, когда проходят, толкаются же, стоишь, держишься, вот так толкаются туда. И чувствую, кто-то сбоку трется. И вот так вот трется. Я поворачиваюсь, блин, мужик аж потный стоит, держится. И вот это вот от бедро. Блин. Ой. А еще автобусы вот такие, кто помнит, такие вот круглые автобусы были, вонючие. Там вот, где колесо, там сиденье было такое, что там не сядешь. С краю можно было сесть, а там колесо и вот так сиденье. И нужно было сидеть вот так вот. Вот таким макаром, два этих колена торчащих. Потом я, когда уже в училище училась, в дошкольном, на Шаляпина, на Шемякина, в сторону аэропорта, я не помню, или заканчивала, или... Ну, в чем я училась там.
И после занятий выходим, и там по 5-6 человек, вот, подружки группами выходили, выходили там до остановки. Кому в город ехать, кому в сторону аэропорта ехать. И идем же вечером. Идем, и там впереди, допустим, 5-6 девчонок идут, так, подружки друг другу дома. Раз пополам делятся. О, крылья, видите? Пополам делятся, раз разбегаются. Потом дальше, раз разбегаются. Раз разбегаются. Мы идем, подружки все, 6 человек нас. Идем, думаю, что такое? Смотрим, идет навстречу солдат. Ну, я не знаю, солдат, не солдат, но в шинели. В шинели, значит, солдат. Тогда после армии, сейчас я не знаю, не видно. Раньше, когда с армии приходили парни, они в шинели ходили. Идет, руки в карманах, в шинели. И девчонки подходят, наверное, шага 2 остается. Он руки в карманах, сейчас. Руки в карманах, и он так вот, хоп, открывает. И там без трусов, хоп, девчонки, он раз захлопнул. И дальше идет. И девчонки разбегают, потом вслед смотрят. Смотрят, вроде нормальный солдат идет. Обратно там следующая партия девчонки идет, он идет, руки в карман. Хоп, открыл. Он... И до нас дошел. Мы-то не видим, потому что девчонки, они только разбежатся, он раз захлопывает этот свой этот магазин. И до нас дошел, хоп, открыл. А у нас Валя была. Ой, молодец. Она не помню, что сказала, она говорит, ну-ка, я сейчас тебя оторву. Он захлопнул и побежал. Это вот когда девчонка была. И вот, ну, сегодня считаю, ну, сегодня ничего не показывал, он только так колыхался. И последний раз видела анонисты. Это анонисты же, когда лежала с дочерью на сохранение и лежала на ХБК патологии. А мы лежали на первом этаже патологии. Родблок, родзал на втором этаже был. На первом этаже лежим. А нас человек 10, наверное, в палате было. В советское время так, по 10 человек лежало. По 10, по 14. Лежим, а там старое здание же, эти, не пластиковые, а деревянные рамы, большие такие на всё, на пол палаты. И там кто форточку открыл, стояли, дышали. Там обычно к окну подходили мужья, там первый этаж, через этот тихий час, через форточки окно открывали, через окно передавали передачки. Это тихий час, никого нету. Не знаю, там женщины стояли возле окна. Кто лежал, кто своим делами занимался, кто читал, там лежали. Смотрим, одна что-то вскрикнула, возле окна стояла. Все с животами, все на сохранении же лежат. Вскрикнула, все палате. Что случилось, что случилось? Она, смотрите, там за окном мужик стоит, ну, сколько метров, я не знаю. Вот, наверное, как от меня вот до курятника. Стоит, штаны спустил, и вот это хозяйство стоит, трясет. Все пузо схватили и в коридор побежали. Ну, я, естественно, живу, вот в охапку побежала в коридор. Там медсестра выскочила. Почему тихий час не спим? Ой, мы там давай кричать, ой, там мужик стоит, она умна. А медсестра, пожилая женщина, она говорит, ой, можно подумать, он вас через стекло всех поизнасилует. Нашли. И подходит, он там стоит, колышется. Она открыла и трехэтажным матом. Ну-ка, иди отсюда, сейчас оторву твое хозяйство. Хоп, штаны надел, захлопнул куртку или плащ и побежал. И она, мы в коридоре боимся, стоим в коридоре, боимся заходить. Она говорит, заходите в палату. Это, говорит, здесь больной один, он постоянно здесь ходит, говорит. Ну, психически, видимо, больной. Потому что знает, что беременный. Она говорит, пару раз такое было, что его мужики ловили, чьи-то мужья пришли, и он там стоял. Видимо, женщины закричали, он, говорит, за ним не погнался, тут бежал. Так и сегодня давно... Ох, в те времена бы менять теперешнюю, я бы ему положила бы в руку. Намотала на руку, наверное, и по всему автобусу провела бы, по улице тащила бы, наверное. А тогда, девчонки, представьте. Ой, деловой, еще на меня кликала. Ой!
Сейчас бы намотала бы на руку вот этот шарик сдутый и потащила бы через весь автобус и по улице, как собачка на поводке бы. Пошли. А тогда для девчонок маленьких, молоденьких, это же шок. Вот. Сейчас загрузился вот это видео сегодняшнее на час. И там, кто канал ведет, тот знает. Там, где у меня в творческой студии написано, где монетизация обычно стоит зеленый доллар, такой ярко-зеленый доллар. Это значит оплачивается. Когда желтый доллар, это 50% оплачивается. А красный доллар, это ролик не оплачивается. То есть там авторские права пишут. Вот. Когда гусей снимала, там у них в этом гусятнике, один раз открыла, они там начали гоготать, кричать. Я видео снимала, выложила, и мне потом там желтый доллар был нарисован, написано «Требования рекламодателя». Я понимаю, там, допустим, когда вот иногда вот в ролике одну и ту же мелодию ставлю, вот когда корыто у гусей мыло, там музыку ставила, мелодию ставила нормально, потом ту же мелодию на следующее видео поставила. Помните, как-то говорила, что там уже человек 200 написали комментарии, человек 200 посмотрели, я удалила, потому что написано было «желтый доллар» и «требования рекламодателя». Та же мелодия была. Думаю, ладно, удалила видео, музыку убрала, опять выставила, там зеленый доллар был. А сегодня выставила, пока туда-сюда посмотрела, пока маме обед готовила, смотрю, видео загрузилось, и желтый доллар, требования рекламодателя. Там я только с вами разговаривала. И вот хожу и думаю, голову ломаю, думаю, что я там могла нарушить. Музыки там нет, матов там нет. Я сижу, разговариваю. Даже не знаю. Один раз говорила, я вам видео снимала, когда вот дождь, гроза была. Сын сказал, должен приехать. Я под дождем выбежала и шла под зонтом, и вам снимала, и показывала воду, там прямо река лилась. Я говорю, ой, такой страшный дождь. И мне тоже желтый доллар. Вообще красный доллар был перечеркнут в видео. И написано было, такое видео не рекомендовано детям, смотреть детям. Я там под зонтом шла в кроссовках и показывала вам, что там по щиколотку вода была. И этот, говорю, ой, такой вот страшный дождь, смотрите, вода такая, все. Там минут на 15, там еще кое-что там, потом в бассейне купались с внучкой. После обеда уже разошлось все, тучи разошлись. И тогда мне написано было, или красный, или желтый доллар был. И сегодня. Но я думаю, может, из-за того, что слишком длинное видео, час более, я обычно по 30 минут, 25, вот так вот, в этих пределах. А тут, думаю, час с лишним, может, поэтому требования рекламодателя. Думаю, ладно. Зато сказала все, что хотела. Вот, друзья, пока, по-моему, не отвечала я. Сейчас искупаюсь, пока все убрала. Сейчас я зайду в видео, смонтирую, буду ужин готовить. Один окорочок отварила, картошку там отварила, в обед мы кушали. Картошку мундире отварила, покупала маленькую, мелкую картошку. И позавчера ездила, купила скумбрию, я говорила вам, копченую скумбрию. Вот два кусочка дала, маме положила, картошку почистила. Арбуз порезала, так поели мы. Я не знаю, скумбрию копченую едят с арбузом. Ну, после этого всего. Вот. А до этого сварила в обед окорочок, картошку туда закинула. И, наверное, там небольшой вилочек капусты остался. Наверное, такой летний щи сделаю. Морковку покрошу, капусту покрошу. И, не знаю, поджарку. Поджарку, наверное, сделаю. И такой, знаете, щец летний сделаем на ужин. А может, другое что-то сделаю, то щец на завтра на обед. Вот, смонтирую это видео. И потом буду отвечать. Сейчас искупаюсь еще в бассейне. Кроме меня, по-моему, никто не плавает, потому что там у соседей всех бассейны стоят. Там дети обычно плескались. Здесь сосед, который шашлыком угощал, тоже у них бассейн стоял круглый. По-моему, все убрали. Не знаю, 28 градусов, мне кажется, нормально, это температура воды. Поплавать. Вначале заходишь в воду, внизу попрохладнее, вверху потеплее. А поплаваешь, размешается вода нормально.
зато закаляешься. Вот, друзья, так что... В состоянии таком выложил видео, а сейчас прошу меня извинить остальных подписчиков. Из-за одного человека все сидят целый час, выслушивали мой триндёж. Вот. Там, по-моему, под этим видео кто-то написал, что там про выражения, про жаргоны. Друзья, вы, кто давно смотрит, тот знает, что никакого жаргона в моей речи нету. Никаких матерных слов в моей речи нету. Никаких оскорбительных слов в моих видео нету. Я просто сказала, показала. Все, друзья. Все. Я поняла, почему требования рекламодателя. Но я не знаю, у Светланы, допустим, показывает, телефон тоже показывает, она даже по телевизору, другие блогеры смотрю, они телевизор идет, передача, они показывают, там телевизор, в машине там радио играет. У меня, не знаю, или у нас в Казахстане так, один раз ехала, в радио включила, и там песня была, заблокировали мне видео, там еще что-то было. Я вот это тоже показывала в телефоне, вот, из-за этого меня заблокировали. Да ладно. Это до меня сейчас дошло. Надо было в самом начале, если я додумала, то, что я телефон показываю, надо было там, где телефон показываю, комментарии, там надо было удалить. Ладно, друзья, что было, то было, там какие-то копейки будут платить. И то я говорю же, не знаю, как получить эти деньги. Вот. И посмотрела, Ирина сразу удалила все свои те комментарии, которые я вам показывала на телефоне. Полностью удалила свои комментарии. И кто ей поддакивал, тоже ее удалилась ответ. И мои те комментарии, позавчерашнее видео, свои мои комментарии удалила, ответы. И вчерашние. Потому что с утра смотрела, ее комментарии были. Как мое видео вышло, Ира посмотрела, сразу удалила под вчерашним видео свои комментарии. Как говорится, свято место пусто не бывает. И я сегодня ответила, там кто-то написал, что там тоже что-то написали. Я написала, что вольному воля. Никто никого не волит. Я нигде эти объявления не писала. Подпишитесь на мой канал, пожалуйста. Пожалуйста. Кто хочет, тот смотрит. Не хочет, не смотрит. Как я могу кому-то запретить или кого-то обязать смотреть? Нет, конечно. Все, ладно, друзья, закрыли эту тему. Я вчера плавала в этих очках. Ой, классные очки. Бассейн. Ой, сейчас. Она когда лицо мокрое. На присоске. Сейчас сухое лицо. Когда так смотришь, вроде прозрачная вода. А вчера в маске плавала, вот эти мошки, которые летают, мелкие мошки, видимо, попадали, и в воде немножко видно, а так мне не видно. Сейчас немножко поплаваю, и пасмурная. Вон. Тучки, видите? Вон. Пасмурное небо. Работы не хочу. Но так сегодня голова разболелась, потому что ночь не спала, вот это тоже лежала, обдумывала, все переживала. В культурном шоке была. И голова разболелась, вот таблетку миг выпила. Вчера на ночь одну таблетку, она такая длинненькая таблетка, вчера на ночь выпила. И сейчас одну выпила таблетку, и поэтому вышла. Таблетку выпила и пошла вот ветки таскать. Потом в бане помыл, сейчас поплаваю, раз все равно мокрый волос. И домой пойду. Пойду ужин приготовлю. Сейчас не знаю, сколько, наверное, часа 4 или 3:30. 4, наверное, сейчас. Не знаю, друзья. Или от того, что я эту систему сделала, и в тот же вечер мне кто-то в комментарии написал, чтобы взять подорожник, естественно, помыть. Кого укусила, подорожник пожевать, приложить жеванный подорожник сюда и одним листом прикрыть. Я вот на ночь прикрыла. До этого у меня прям такая процедура ходила, у меня шишка такая была, и прям горячая рука была. Оно прошло. А сейчас вот чешется. Вот. Мама говорит, ну чешется, значит, заживает. И кто-то вчера написал, что надо вытащить жало. Друзья, там не видно. Я когда только укусила, пока до дома бежала, высасывала, вот оно вот здесь укусила. А пятно сюда пошло. Это
дело наживное. Ладно, друзья мои, давайте, пока. Еще раз прошу меня извинить, потому что и, как говорится, заодно паршивые овцы, остальные все страдают. Все, друзья, давайте. Ваша Зинаш. Дождик накрапывает. Ой, кайф.